Эти добрые люди ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Еще Геродот отмечал, что они наводили ужас на своих соседей своим буйством и излишеством, не просто собирая дань, но и грабя все, что попадалось под руку. К IV веку до нашей эры они создали мощнейшее государство со столицей под названием Неаполь. Время скифов. У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. Из скифии сложилось очень много различных и ложных представлений, можно сказать, мифических. Вот, кстати говоря, сформирование этого стереотипа, оно сложилось ведь не вчера. Относится это к очень далекой эпохе, когда греки, впервые появившись на берегах Черного моря, познакомились со скифами. И вот сложился такой вот стереотип. Это когда произошло? В 7 веке до нашей эры, 6 вот рубеж. Сложился вот такой вот стереотип, и греки, и римляне считали скифов варварами. Ну, то есть варвары – это все те, которые не говорят на греческом языке или на латыни. И вот весь набор варварских черт, то есть письменности не знают, дикари, буйные, жестокие, вообще не соблюдают каких-то договоров. Их даже, в общем, обвиняли в том, что они являются головорезами в прямом смысле слова, отрезают голову своим пленникам, пьют из нее вино. С черепом. Да, из черепа пьют вино, вообще и сами пьют кровь человеческую, даже мясцом человеческим закусывают. Вот такой вот страшный совершенно набор. Надо, конечно, выяснить, насколько он вообще соответствовал действительности. И, кстати, одним из самых ярких и, ну, может быть, первых проявлений варварства по греческим представлениям было неумение пить. Потому что у греков была своеобразная культура питья. Они никогда не пили чистое, не смешанное вино, а в той или иной пропорции разбавляли с водой. Один к пяти, один к семи. И один к двум разбавляли, один к трем. Ну, зависело, конечно, от сорта винограда. В основном, конечно, греки пили темное красное вино, и такие же виноградники разводили, соответственно. Так вот, греки никогда не пили залпом. Они, так сказать, консумировали на пирах, ведя такие благочинные, неспешные разговоры. И поэтому даже, в общем-то, сложился такой жанр, можно сказать, в античной литературе – застольные беседы, которому отдали дань и Плутарх, и Ксенофон, Теофилей, Авлгелий. Вот на этих пирах чинно, корректно, уважительно к оппоненту, без всяких ссор, разбирались философские вопросы. Например, почему ночью звук сильнее раздается, чем днем? Почему альфа занимает первое место среди всех букв? Какую руку Афродиты поранил Диомед? Или возможно ли появление новых болезней, и с чем это может быть связано? И не случайно один из знаменитейших поэтов Греции 6 века до нашей эры Анакреонт, который воспел вообще все радости жизни, написал так: «Что же сухо в чаше дно,
наливай мне, мальчик резвый, только пьяное вино раствори водою трезвой. Мы не скифы, не люблю, други, пьянствовать бесчинно. Нет, за чашей я пою или беседую невинно». Это перевод Пушкина. Но надо сказать, если уж честно, что случаи бытового пьянства были, конечно, и у греков, и у римлян, но это, так сказать, не приветствовалось. Общественность смотрела на таких людей с презрением, как на варваров. С порицанием. Да. Так вот, скифы, в отличие от греков, как варвары, они пили много. Чистое вино. Меры не знали, после чего приходили в буйство и начинали выяснять отношения на кулачках. Вот это такой вот образ скифа был самым распространенным. Появившись на исторической арене где-то в 7 веке до нашей эры, к 3 веку нашей эры уже с нее сошли. Но вот этот этноним с легкой руки римлян распространился на другие, совсем даже не родственные племена, поэтому скифами называли не только сарматы, причерноморских кочевников, но даже германцев и славян. Здесь, как мне кажется, надо определиться вообще с понятием скифы. Это же достаточно разные племена, населявшие очень большую территорию Причерноморья. Ну, и намного дальше, где северная граница проходила, у них вопрос, насколько я понимаю, неясный по сей день. То есть скифами называли всех подряд. И кочевых, и землепашцев, и оседлых, и скачущих туда-сюда, взад-вперед. Ну, здесь есть вот, поскольку одним из первых наших источников, который сообщает о скифах, это будет греческий историк Геродот. Он познакомился и был в Северном Причерноморье где-то в середине V века. Так вот, он как раз говорит о скифах, прежде всего, как о тех племенах, которые ведут кочевой образ жизни. И в греческом сознании скифы – это вот те кочевники, которые начинаются как бы от западной границы, собственно говоря, скифы, а западной границей считается река Днестр. Все племена кочевников дальше, на восток, которые они очень плохо знали, в принципе, Геродот обозначает общим термином скифы, хотя он сам говорит, например, кто такие саки и массагеты Средней Азии. Это азиатские скифы. Геродот – древнегреческий историк, прозванный «отцом истории». Родился в городе Геликарнасе на юго-западе Малой Азии. Геродот признан одним из первых географов и ученых-путешественников. Некоторое время он жил на острове Самос, много путешествовал, посетил Малую Азию, Вавилон, Финикию, Египет, Кирену, различные города Балканской Греции, побережье Черного моря вплоть до Ольвии, где собирал сведения о скифах. Длительное время жил в Афинах. На основе увиденного Геродот создал первый исторический трактат западной цивилизации «Историю» в 9 книгах. Видимо, они доставляли много головной боли грекам, коль скоро так отпечатались в сознании Геродоты. Да вот, как ни странно, колонизация Северного Причерноморья проходила довольно мирно. Дело в том, что греки занимали, с точки зрения скифов, ну, такую мизерную часть земли. И, кроме того, занимали те области, которые скифов не интересовали. Скифам нужна была степь. Греки торговали по побережью моря. И потом скифы очень быстро поняли, что это выгодно, это торговля. И, в принципе, они как-то так вот особо не сталкивались. Да, вот кроме вот на степях, да, там действительно были бури, были битвы. Вот как уже тут Андрей сказал, вот этот собирательный образ скифа перешел на очень многие народы. И неудивительно, что даже вот в X веке славянские племена, которые населяли земли, ну, скажем, по Днепру и Дунаю, называли «Великая Скуфь». И ничего удивительного в том, что вот Русь, а потом уже и Россию называли скифией, русских скифами. И весь набор вот всех этих признаков, которые греки и римляне относили к скифам, точно так же в полном объеме перешел на русских варваров. То есть вот буйство, боевитость, дикость, пьянство. А никто, в общем-то, и не спорил, потому что, напротив, русские поэты, художники, писатели, они подыграли вот этим вот настроением Западной Европы. В результате родились прекрасные произведения. Вот мы уже говорили там о Пушкине, да, который говорил: «Теперь не время воздержания, как дикий скиф хочу я пить.
Я с другом праздную свидание. Я рад рассудок утопить. Вот, кстати, Максимилиан Волошин считал, что вся русская история начинается в Кемерийской степи, которая затем становится скифской, и позже уже в русских летописях именуется как «Дикое поле». Вот он пишет: «Эх, не выпить до дна нашей воли, не связать нас в единую цепь, широко наше дикое поле, глубока наша скифская степь». А Валерий Брюсов, который был к тому же еще историком по образованию, он тоже так писал: «Мы скифы, мы те, об ком шептали в старину в невольном страхе эллинские мифы. Народ, взлюбивший буйство и войну, сыны Геракла и ехидны скифы». А в январе 1918 года Александр Блок создает поэму «Скифы», где противопоставил старый мир, Западную Европу, наследницу эллинской цивилизации, новому революционному миру в Восточной Европе, которая восприняла вот этот боевой, свободолюбивый дух скифов. Тоже писал: «Миллионы вас, нас тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами». Так вот, в науке того времени господствовала точка зрения, что скифы являются прямыми предками славян. Ну, конечно, они не были монголоидами там, или монголами с раскосыми глазами. Это ираноязычные племена, которые вышли из глубин Центральной Азии, вихрем пронеслись по степям, с одного кавалерийского наскока смяли, вытеснили кемерийцев, прошли Кавказ, оттуда делали походы на Переднюю Азию, и потом уже через Боспор Кемерийский, то есть Керченский пролив, в 7 веке до нашей эры появляются на северных берегах Черного моря, где и закрепляются. Собственно говоря, наверное, надо сказать, что означает слово «скиф». Геродот очень много приводит разных преданий. И такое было скифское предание, что от Зевса и дочери реки Брисфен, то есть Днепра, да, родился Таргитай. Это был первый человек, потому что раньше эти области пустынные были и безлюдные. И вот у Таргитая было три сына. Значит, Лепаксай, Арпаксай и Калаксай. И, ну, соответственно, у них там тоже были дети. Если вот кратко, то потом вот эти три сына дали начало еще четырем племенам, и все вместе они назывались скалоты, то есть царские. А скифами их называли уже греки. Очень часто вот рабы, которых привозили из Северного Причерноморья, они получали имя скиф. То есть это, скорее всего, все-таки скалоты, это ближе к тому, как себя эти самые... Хотя, еще раз хочу подчеркнуть, и мы уже говорили об этом, это целый набор различных племен. У них были собственные самоназвания. Геродот подвергал сомнению подобную историю происхождения. Да. И там был еще один интересный момент, который, мне кажется, стоит упомянуть. Это история со сброшенным с неба золотом. А, ну это вот как раз и есть дальнейшее продолжение вот этой самой истории, когда с неба упали золотые предметы. Это плуг и ярмо, это золотая чаша, это золотая секира. И когда вот сыновья Таргитая, соответственно, подросли, то каждый из них попытался овладеть предметом, но, как пишет Геродот, при приближении... А Калаксай у нас младший сын, кстати говоря, как в русских сказках, все достанется младшему сыну. Когда старшие братья приближались, ну, Геродот пишет, что золото воспламенялось. И неизвестно, как его было добыть. Брать. Да, а когда Калаксай, соответственно, подошел, то, соответственно, эти предметы достались ему, и, как считается, это воплощение трех основных начал. Чаша – это олицетворение жреческого начала, ну, плуг и ярмо. Кстати говоря, вот здесь очень интересная вещь, поскольку вот этот предмет вызвал самые большие споры. Мы только что сказали – скифы – кочевники. Ну, там будут племена, да, которые... А плуг и ярмо – это признак, да, оседлости. Это оседлости. Так вот, здесь важен момент. Уже Лариса упоминала о том, что скифы – это ираноязычные племена, пришедшие из Центральной Азии. Так вот, как ни странно, мы обычно представляем себе как бы путь развития разных народов от более простых,
способов жизни к более сложным. Всегда считается, что оседлый образ жизни – это более высокая ступень. Судя по всему, в Центральной Азии вот эти ираноязычные племена, и не только, индоарии, они знали земледелие, они занимались скотоводством, так сказать, оседлым таким. Но потом, когда вот эти волны стали распространяться одни на юго-восток, это в Южную Азию, в Индию, другие вот дальше на запад, некоторые перешли в новых условиях, в условиях степей, к новому образу жизни. Им не нужен был плуг, ну, тем, кого мы называем, скажем, царские скифы, да? Но предмет означал большую ценность с точки зрения исторической памяти. Поэтому Колоксай, овладев этим предметом, стал первым царем. И, в принципе, не только родоначальником вот этих самых царских скифов. Липоксай там стал родоначальником авхатов, это же греческое начало. Соответственно, Арпаксай, вот те, которые занимались уже производительным трудом, это одна из, как бы, версий. Не только это племена, но как бы и различные социальные группы. Вот. Но чем интересно вот это сказание, считается, что это Геродот передал именно скифское представление. А у Геродота есть еще два абсолютно других рассказа о происхождении скифов. Мир представлялся как система, прежде всего, генеалогических связей. И поэтому всякие народы, с которыми впервые греки вступали в контакты, они должны были как-то включаться в имеющуюся систему. Греки дали местному греку Таргитаю имя греческого героя Геракла. Есть один из подвигов Геракла, когда он похищает, ну, добывает быков Гериона, пока он спал, кто-то похитил его лошадей. Вот, и пошел он на поиски своих лошадей, пришел в некую пещеру, где увидел странное существо – ехидна. Вот это греческое существо древнейшего периода греческой мифологии, периода вот, титанов. Это одно из самых ранних порождений. Это дева. Ну, иногда вот говорят наполовину типа женщина, наполовину змея. Вот эта самая дева Ехидна пообещала Гераклу отдать украденных лошадей, вот, если он произведет от нее потомство. И, естественно, Геракл согласился на данные условия. И вот здесь уже очень напоминающая система. Рождается три сына. Это Скиф, Гелон и Агафирс. Вот. И тогда вот Ехидна спрашивает, что делать с этими сыновьями. И Геракл оставляет один из своих луков. Ну, в данном случае получается, что у него было несколько этих луков. Вот. И говорит, что тот сын, который, возмужав, сможет натянуть тетиву лука, тот станет царем. Остальных надо выслать из этой самой территории, после чего благополучно покидает эту территорию. И больше Геракл не будет фигурировать, но для нас очень важно, что какое бы происхождение этому мифу мы ни приписали, для греков, которые сюда прибудут в VII веке, в конце VII, начале VI века, вот эта новая для них земля, она оказывалась бы как бы не чужой. Там уже был Геракл, и здесь есть потомки этого героя, это их земля. Вот, вот это очень важно. Вот все время попытки вписать новые неизвестные земли в свой контекст, а значит получить определенные права на эти самые земли. В принципе, говорили, уже упоминали в связи со скифами о другом народе, о кимерийцев. И вот когда Лариса цитировала стихотворение Максимилиана Волошина, вообще-то цикл его стихотворения называется «Кимерийские сумерки». И вообще вот у Крыма, у Керченского пролива исторически есть как бы другое название. Мы называем Таврида, да? А есть еще название Кимерида.
И вот этот народ, кемерийцы, он, ну, это особый, конечно, разговор, поскольку кемерийцы оставили в памяти и греков, и римлян, да и современных. Я хочу только напомнить один, может быть, такой вольный пример из современной поп-культуры. Конан Варвар. Конечно, Конан Варвар – кемериец. Понимаете, это как вот в знаменитом фильме «Хвост, который крутит собакой». Значит, а кто знает этих кемерийцев? Кемерийцы – племена, населявшие северо-восточное Причерноморье в 8-7 веках до нашей эры. В 6 веке до нашей эры греческие колонисты дали Керченскому проливу наименование Боспора Кемерийского. По сообщению Геродота, кемерийцы жили в Северном Причерноморье вплоть до Фракии и были изгнаны оттуда скифами. В 7 веке до нашей эры кемерийцы в Малой Азии захватили Фригию, затем Лидию. О кемерийско-скифском проникновении в Малую Азию свидетельствуют находки древнейших так называемых скифских наконечников стрел при раскопках нескольких городов на территории современной Турции. Кемерийцы, которые исчезли с исторической арены достаточно рано, но они являются как раз предшественниками скифов. И с точки зрения территории, а многие говорят, и с точки зрения культуры. Вот. Что осталось от кемерийцев в плане культурного наследия? А вот здесь очень сложно. Потому что одни считают, что кемерийцы – это особый народ, и некоторые его сближают с таким народом, как фракийцы. А фракийцы – это тоже очень великий, могучий народ. Это тот народ, который занимал большую часть Балканского полуострова. Ну, точнее говоря, три народа как бы поделили Балканы, вот самое неспокойное место Европы. Юг – это греки. Западная часть – это там, где была Югославия, это иллирийцы. Вот. А там, где Болгария, Румыния – это как раз фракийцы. И вот Геродот говорит, что фракийцы – один из самых многочисленных народов и действительно очень сильный народ. Вот. Иногда пытались сблизить скифов и кемерийцев. Они все индоевропейцы, но фракийский язык – это особый язык, это особый народ. У него своя собственная история. Вот. И современные румыны в значительной степени являются потомками этого фракийского, точнее, северной части фракийского населения. Это потомки гетов или даков. Вот. А вот как раз рубежом это были как раз вот этот самый Днестр. Так вот, некоторые пытались сблизить кемерийцев с фракийцами, но это неправильно. С точки зрения культуры кемерийцы никак не выделяются из культуры скифов. Дело то в том, есть чтобы... какого-то радикального отличия абсолютно проследить нет. Невозможно. Дело в том, что Ларис уже говорила, скифы появляются в 7 веке. И в свое время была попытка найти действительно археологическую культуру, отличную от скифской. Скифская – это так называемая срубная культура. Она вот придет из-за Дона, еще раньше из-за Волги. Так вот, во всем первом тысячелетии, даже в конце второго тысячелетия, в Причерноморье только срубная культура. Во втором большую часть второго тысячелетия там будет другая культура, так называемая катакомбная. Древние разделили их на два разных народа, кемерийцы и скифы. Но, в принципе, это ну, как русские украинцы, русские белорусы. Ну, это глупо искать какое-то отличие. Надо сказать, что те археологи, которые вплотную занимались, так сказать, раскопками, в частности, на Северном Кавказе, они все-таки находили и вещи кемерийцев, и вещи скифов. И хотя действительно эти две культуры настолько были схожи, настолько был схож язык, образ жизни, какие-то обычаи, и они, в общем-то, даже как-то и соседствовали. Но, что самое интересное, они сохранили какую-то свою культурную индивидуальность, то есть они не смешались. И это, прежде всего, вот на археологическом уровне прослеживается в разнице оружия. Это интересно. Вот, то есть кемерийские мечи и акинаки сильно отличаются. Вот, кемерийские длинные. Да, а акинаки скифские считаются
своей формы обязаны своим древним прародителям. То есть они идут от кинжалов Центральной Азии. Ну, еще какие-то там были культурные тоже отличия. То есть хотя они как бы соседствовали, где-то, может быть, даже перемешивались, но внутри они сохраняли какую-то свою целостность. Когда вот скифы уже стали приближаться к владениям киммерийцев, это была огромная армия, то киммерийцы стали держать совет, что делать вот перед лицом вот такой опасности. А народ был за то, чтобы оставить все и уйти, просто отодвинуться. Цари? Нет. Надо все защищать до последней пяди. И вот на военном совете, опять-таки, ни к чему общему не пришли. Народ считал, что нужно все бросить, и имущество, и земли, и уйти. А цари считали вообще ниже своего достоинства бежать с народом, и нужно здесь лечь костьми на, значит, родной земле. К чему это привело? Вместо того, чтобы как-то объединиться, они между собой перегрызлись, и началась гражданская война. Вот, и когда уже похоронили тех, кто погиб в этой братоубийственной войне, конечно, в первую очередь, конечно, наверное, цари погибли, народ ушел. Так что скифы пришли практически на освобожденную территорию. А народ-то куда ушел? Северный Кавказ. Ну, их и туда теснили, потому что скифы вытеснили киммерийцев из Европы. В общем, как-то вот следы, если только археологически немножко прослеживаются, но очень немного, потому что они все время соседствуют со скифскими памятниками. Интересно, ювелирка, изобразительное искусство, они отличались у киммерийцев и скифов? Вот, вот здесь вот есть маленькая сложность. Дело в том, что вот когда мы говорим и про кинаки, и про изобразительное искусство скифов, а мы потом, вероятно, будем более подробно говорить, знаменитый скифский звериный стиль. Но дело все в том, что скифская культура в разных своих аспектах, как считает, опять-таки, вот Дмитрий Сергеевич Раевский, она не была принесена сюда в готовом виде. Она сложилась вот как раз в конце VII, в начале VI века в результате так называемых восточных походов. Поэтому в этом отношении, когда мы говорим о разнице киммерийской и скифской, мы должны говорить о том, что скифская культура-то возникла позже вот этих всех событий. Просто мы прослеживаем вот то, как это происходило здесь, в этом регионе. Ну, еще хотелось бы только вот дополнить то, что Лариса говорила про киммерийцев. Там ситуация была даже более драматическая, чем вот рассказать. Это была не просто гражданская война, вообще-то народ-то в этом-то и не участвовал. Дело в том, что вот та группа населения, которую Лариса обозначила как цари, ведь смотрите, какая интересная вещь, цари. Не-не-не. Да, вот здесь надо поговорить, наверное, о социальном и государственном устройстве. Сейчас мы о киммерийцах говорим. Так вот, цари, а потом это будет характерно и для скифов. Цари – это, ну, мы говорим, царь один, там это, но если там была какая-то группа разная, там были свои собственные вожди. В данном случае у скифов, у киммерийцев слово «царь» и слово «воин» – это одно и то же. Вот когда мы говорим, Лариса говорила о царях, это воинское сословие. Вот они не хотели уходить с родины. И поэтому Геродот пишет о том, что вот эти самые цари – это не просто гражданская борьба, это был акт самоубийства. Они разделились на две группы, и вот в борьбе, как должны были уходить воины, они не потому что были разного мнения, наоборот, они были одного, но они не хотели уходить со своей территории, они перебили. И оставшиеся киммерийцы похоронили, и Геродот говорит, я видел, там показывают этот самый до сих пор могильный холм. Ну, неизвестно, что там в этом могильном холме, но он, существует предание, что это вот где эти киммерийские цари. Ну, а логика-то где? Не логика. Лучше вступить в битву с врагом? Дело того, в том, что их не поддержали большая часть киммерийцев. И, по сути дела, восторжествовало мнение большинства. Они ушли. Киммерийцы продвинутся по западному, ну, в смысле, если брать сейчас на Черном море, по восточному побережью Черного моря, вот они проникнут в Малую Азию. И начнется эпоха страшных киммерийских погромов. Вот. И поэтому я уже упоминал,
гемару, гамиру, вот этот термин, который нам известен из акадоязычных источников, он как раз и рассказывает, как кемерийцы обрушивались на вот эти вот экономические центры. И самое поразительное, они дойдут по территории Малой Азии до западного побережья Малой Азии. Вот когда обычно до Эфеса. Они дойдут до городов вот этой самой Ионии. То есть греческие города до греческих погибнут. Городов. Они же переживут страшные вот, нашествия кемерийцев. И как раз вот одни из первых образцов греческой лирики, это Каллин, например, он как раз вот призывает своих сограждан к борьбе, к защите своей родины, именно в борьбе против кемерийцев. Знаете, возникают два вопроса сразу. Да. Если они такие сильные и смелые, да. Что же-то они так испугались скифов и убежали? Это раз. Вопрос другой. Если они такие сильные и смелые, хорошо, пусть вот эта часть социума бежит, да. А мы, как 300 спартанцев, упремся и до последнего человека будем за нашу родину воевать. Вот непонятно. Здесь мы должны четко себе представлять, что мы имеем дело не с тем, что было на самом деле, а с тем, как греки осмысляли вот эту ситуацию. Был народ кемерийцы, ну вот все говорило. И, кстати говоря, если уж мы об этом заговорили, вот Лариса говорила о древних сообщениях, но вот самое первое сообщение считается о народах Северного Причерноморья, которые мы знаем из греческой традиции, это Гомер. Есть знаменитый такой эпизод, когда рассказывается, а мы все время возвращаемся к Троянской войне, никуда мы не денемся. Это настолько такой узловой пункт всей истории. Вот у Гомера есть как раз вот такая фраза, что там троянцам помогали и конеборные фракийцы, то есть это 8 век, это и мессийцы, и млекоеды. Вот, кстати говоря, вот то, что мы еще не упоминали у скифов, вот это клише, которое возникает у греков в отношении вот этих самых кочевых племен, вот нормальные люди едят там хлеб, похлебку, там еще что-то такое. А это кочевники. Они питаются молоком, они питаются... Доители кобылиц. Троянская война. Война коалиции ахейских царей против Трои, древнего города на северо-западе Малой Азии. В течение 10 лет греки осаждали Трою и взяли город, прибегнув к хитрости, получившей название «Троянский конь». «Троянский конь» – огромный деревянный полый внутри конь на катках, сооруженный греками. Внутри коня спрятались лучшие греческие воины во главе с Одиссеем. Затем коня подвезли к стенам. Троянцы, поверив словам греческого перебежчика, будто обладание этим конем принесет им победу, втащили его в город, поместили в Акрополь и устроили пиршество. Ночью перебежчик выпустил из чрева коня греческих воинов, которые перебили стражу у ворот и впустили в Трою все греческое войско. Так с помощью хитрости грекам удалось овладеть Троей. По сообщению Геродота, на стороне Трои сражались и скифы, которых греки называли млекоедами. И причем потом мы еще вернемся вот к этому определению скифов, поскольку Лариса затронула в самом начале одно клише, которое существовало у скифов, то, что вот они такие дикари и так далее, но было еще другое. От Гомера идет. Они благие. И это потом мы перейдем... Благие в каком контексте? Справедливые. Потому что они не знают благ цивилизации, вот. Поэтому... И они вот. Бедные. То они есть бедные. У них общество равных. Вот, и мы потом еще можем вернуться к этому вопросу, поскольку это не только скифы, это вообще... Бедные – это бедные, а золотишко в курганах одна. Но ведь это гомеровский период. Это гомеровское время, да. Тогда еще не было курганов. И поэтому, нет, почему я сейчас об этом вспомнил? Гомер – 8 век. Скифов там никаких нет. Поэтому вот до сих пор спорят, кого же он имел в виду. По времени это получается как раз кемерийцы. Вот. И в этом плане-то что для нас важно? Почему типа там одни бежали, не бежали? Мы уже сказали, это переосмысление. Все-таки считается, что поскольку не бежали они,
Для кемерийцев, да как и для скифов, почему потом, говорят, скифы тоже пошли в Азию? Они преследовали этих кемерийцев, да нужны были этим кемерийцы. Они, правда, прошли уже с другой стороны Кавказа. И типа потеряли этих кемерийцев, поэтому занялись своими проблемами. Вот, ну что ж делать, территория большая. Это было другое. Кочевые общества, мы уже говорили, периодически совершают... Это нормальный способ существования. Кстати говоря, если немножко как бы поменять местами события, а потом просто это будут рассказывать отчасти о скифах, скифы-то могли, кстати говоря, не вытеснить кемерийцев, а могли прийти на эту территорию. Там могла быть последовательность другая. Могли захватить эту территорию в то время, когда кемерийцы покинули во время этих самых походов. Следы и тех же кемерийцев, и тех же самых скифов не в Северном Причерноморье. Вот самые ранние-то находки, они относятся к Северному Кавказу. Вообще-то, вот Раевский считает, что скифский мир, он как раз формируется именно здесь. Вот эти вот степи перед предгорьями Северного Кавказа – это родина. И вот отсюда, из этой территории… Кубань. Ну, немножко, наверное, как-то южнее. Ну, хотя, наверное, это Кубань. И вот дальше туда, вот ближе прижимаясь к горам. Вот там очень много вот этих ранних скифских курганов. Или вот то, что вот Лариса называла, так сказать, связанное с кемерийцами. Так вот, именно оттуда, из этой... И поэтому есть еще одна версия. Не то, что они там ушли и там, типа, так сказать, переселились на несколько десятилетий. А это была, как считается, есть еще одна книга, посвященная как раз ранним скифам и Переднеазии, что это была как бы их такая основная база, где были основные кочевья. И они совершали не один поход. Они совершали методично... Ну, там раз в год, раз в два года вот эти самые набеги, вот, грабили, там, привозили. То есть смогла создаться такая особая форма связи между вот равнинами предкавказья и вот теми районными цивилизациями, куда проникали вот эти скифские отряды. Они там не оставались. Они награбили там. Хотя есть одна тоже интересная версия, что находят погребение по ту сторону Кавказа, где присутствуют скифские вещи. И говорят о том, что скифские воины могли вступать в брачные отношения с местными жительницами. И таким образом, кстати говоря, через браки очень часто осуществляются культурные контакты. Вот самый лучший способ чего-то заимствовать у другого народа – это вот как-то пожениться. Пожениться. О самом первом предании, которое передал нам Геродот, о вот этих трех братьях и о свалившемся золоте, то вот скифологи очень подробно разобрали эту легенду и пришли к выводу, что она, с одной стороны, отражает и социальную структуру, ну, как бы можно сказать, там, профессиональную, да, то есть это земледельцы, то есть те, которые непосредственно создают какие-то ценности, это воины и это жрецы. И, по всей видимости, это как раз отражение той кастовой системы общества, которая характерна вообще для индоиранского мира. Касты варны, там, четыре, там, значит, кшатри, там, вайши, да, брахманы. Вот здесь то же самое. Неприкасаемые. Неприкасаемые не входят ни в одну касту. Да, и неприкасаемые они потом да, появились. Это все позже. Там у нас были шудры. Да, шудры. У скифов были неприкасаемые? Нет, такого не было. Вот. И с другой стороны, вот имена трех братьев, значит, Лепаксай, Арпаксай и Калаксай, как мы слышим, в конце имеют вот эту вот вторую часть слова «ксай». Да? Это означает «царь». Кстати говоря, это созвучно со словом «сколоты» царские. Угу. А вот первая часть, первый корень в этих именах, значит, у Лепаксая это как гора, то есть царь-гора. Угу. У Арпаксая глубь, а у Калаксая глубина. У Калаксая солнце.
То есть это еще такая вот, ну скажем, структура менталитета такого мифического, тройной, вот такой по вертикали. То есть верхний мир, средний, то есть гора, и нижний мир. Так вот, ничего удивительного в том нет, что победил царь солнца Калаксай, потому что вот в иранске, у иранских народов солнечное божество, даже зороастризм это позже, но солнечное божество это, в общем-то, главное было божество. Вот, и не случайно за Калаксаем были воины. То есть вот эти воины, которые потом стали родоначальниками царских скифов, а там была масса вообще племен, но царские скифы, которые жили за Гером, ориентировочно это река Молочная под Мелитополем, они считали, что все остальные скифы им подвластны. Вот. А были они подвластны? Были они так считали? Были, потому что были такие, знаете, действительно, наверное, варварские обычаи. Если кто-то из царей умирал, естественно, кто-то из царских скифов, то, значит, его покрывали воском. Как пишет Геродот, вскрывали ему желудок, все эти, живот. Да, вот вытряхивали внутренности и набивали их там всякими пахучими травами, зернами аниса и так далее. После этого погружали навоз и по всем вот этим скифским территориям из области в область привозили. И везде, где вот его привозили, этого царя, значит, скифы должны были отрезать себе часть уха в горести, разодрать лицо и нос. Все? Ну, вот, ну, мужчины, по крайней мере. Проткнуть стрелами левую руку. Вот, так что, и потом, вот когда его очень долго возили, потом его уже привозили. 40 дней его возили. Да, после этого уже хоронили вот этих вот курганах. Так называемые погребальные царские скифские курганы появились примерно к 4 веку до нашей эры. Погребения аристократии сопровождались захоронением умершленных жен и наложниц, а также слуг и лошадей. Воинов хоронили с оружием – короткие мечи, золотыми обкладками ножен, масса стрел с бронзовыми наконечниками, колчаны или гориты, обложенные золотыми пластинами, копья и дротики с железными наконечниками. В богатых могилах часто встречались медная, золотая и серебряная посуда, греческая расписная керамика и амфора с вином, а также разнообразные украшения. Скифские курганы достигали высоту более 20 метров. Особо страшные мифы относились-то не особо страшные представления о том, что они пьют кровь, там, мясо человеческим питаются, относились не к скифам, а к так называемым андрофагам и таврам. Вот тавры населяли территорию современного Крыма. Южного Крыма. Да, Южного только Крыма, Таврику. И считается, что это народ был довольно... Ну, разбойники были кровожадные. И они приносили в жертву своей богине Деве мореплавателей, которые потерпели кораблекрушение. Или, так сказать, те, которые в плен попались из греков. Вот тела сбрасывали, значит, со скал в море, а головы отрезали, насаживали на высокие жерди, ставили над домом. Считалось, что вот дом таким образом очень хорошо охраняется. И опять же, вот эти мифы местного населения тавров греки переосмыслили. Они считали, что тавры поклоняются деве, которая на самом деле является Фигенией. Это вот та самая дочь Агамемнона, несчастная девушка, которую принесли в жертву Вавлиде. Как мы помним, перед Троянской войной Вавлиде застрял эллинский флот, потому что была просто тишь. На море не было. Штиль. И это Артемида наслала, потому что Агамемнон похвастался, что никто лучше него не стреляет, даже Артемида. И для того, чтобы ее задобрить, нужно было принести человеческую жертву, и выяснилось, что это должна быть дочь Агамемнона, Ифигения. Ее надо было как-то все-таки с родины-то отозвать, и, естественно, мать Клитемнестра могла бы и не отдать. Тогда он придумал такой вот ход, сказал, что девушку нужно познакомить с будущим женихом Ахиллесом. Естественно, ее снарядили. Оказалось, что вот ее предназначали совсем для другого. Вот Ахилл, когда узнал об этом, он, значит, впал в бешенство. Во-первых, его именем воспользовались. Во-вторых, он сказал, что он будет защищать девушку до последней капли крови, раз она ему суждена в жены. Там уже чуть ли не бои какие-то начались местного значения, пока, значит, Ифигения не сказала, что она пойдет на эту жертву добровольно. И вот старик, есть такая, кстати, мозаика помпеянская, старик-отец отвернулся, значит, накрыв голову плащом. Жрец замахнулся ножом, но не успел еще коснуться девушки, как под ножом забилась в конвульсиях лань. То есть в последний момент Артемида подменила девушку ланью, а Ифигению отнесла в Тавриду, где сделала своей жрицей, а может быть даже вечно юной богиней.
И вот этот культ, кстати, очень популярный в Северном Причерноморье, особенно в Херсонесе, культ Девы. Угу. Греки вообще считали, что это Артемида. Ну, вот у тавров как будто бы вот эта ипостась ее Ифигения. Надо сказать, что вообще в Северном Причерноморье много мест оказались связанными вот с вот этими греческими мифами. Опять же, с тем же самым Ахиллом, потому что считается, что вот есть еще в Северном Причерноморье два места, два таких островка. Ахиллов Дром, то есть Ахиллов Бег, и Левка, Белый остров. Ахиллов Дром так назван, потому что, видимо, Ахилл продолжал разыскивать свою невесту, и когда он ее искал, нашел, он пытался ее догнать. Ну, это обычное брачное состязание. Да. Не догнал, хотя постоянный эпитет Ахилла – быстроногие. Вот. Ну, другая точка зрения, что он просто основал там какие-то состязания в беге. А вот второй остров очень интересный – это остров Белый, Левка. Считается, что после смерти Ахилла туда перенесла его мать Фетида, морская богиня, и сделала его богом. И он стал таким, в общем, покровителем острова. И это такое было культовое место у мореходов, потому что он, ну, как святой Николай, он хранил путников, моряков, спасал их во время кораблекрушения. Обязательно моряки подплывали, приносили жертву. Там был прекрасный белый храм, который был одновременно и маяком. И все потом было разрушено, но в XIX веке на этом месте поставили маяк, куда вот вмонтировали вот эти вот кусочки плиты храма. А вот считалось, что морякам этот Ахилл иногда является во сне или наяву, как высокий белокурый юноша в золотых доспехах, берет их за руку, ведет к себе на пир, в шатер, там сидит Фетида, другие божества, его любимый друг Патрокл разливает вино, а сам Ахилл играет на кефаре. Но считала, что на ночь там лучше не оставаться, потому что Ахилл начинает петь. Они, значит, вечером с этой Ифигенией празднуют. Вот, этот голос раздается по всему морю, а кроме того, звучит шум битвы, крик, топот коней, и, в общем, конечно, дело опасное. Это место является что-то типа островов блаженных, куда после смерти попадают души самых благочестивых людей. И в основном именно героев Троянской войны. Там много еще было. Потому что героев, Левка в переводе с греческого «белый», значит, там вот эти вот бесплотные белые духи обитают. Но греки, когда прибыли вот в Северное Причерноморье, они долго не разбирались. Вот они вошли в Босфор Фракийский, первый вот уединенный островочек, который они увидели, назвали вот островом Ахилла, Левкой. Вот. А сейчас это остров Змеиный, камень раздора между Румынией и Украиной. Тоже хорошо. Да. И, кстати, раз мы об этом вспомнили, просто вот тот культ, который был, называется культ Ахилла Пантарха, то есть вот этого понта. Властителя моря. И часто Ахилла называют у античных авторов властитель скифий. Вот здесь мы опять вернулись к нашим скифам. Ну и, кстати, раз уж мы заговорили о Левке, я хочу вспомнить наших бедных амазонок, поскольку по одному из сказаний группа отчаянных амазонок, а ведь храм был очень богатый, туда же приносили все... Причем, кстати говоря, ювелирку дарили, да, моряки. Да, да, да. А почему? Потому что в древности моряки, купцы и разбойники это одно и то же было. Да, причем, кстати говоря, хотя там ничего не осталось, но вот во время раскопок там собрали такую прекрасную коллекцию монет разных греческих государств, поскольку люди и жертвовали эти самые деньги, и не все успели потомки разграбить. Так вот, группа амазонок, значит, напала на остров Левку, чтобы ограбить храм. Ну, Ахилл внушил им такой ужас, что их лошади, загрызли собственных этих самых амазонок, а сами бросились в море. То есть мы опять вернулись вот к этим самым событиям. Так что амазонки у нас дикие, везде. Дикие нравы все-таки, да, опять-таки. Но между тем мы ушли от государственного социального устройства. То есть вот не создалось полной картины, как они там жили. С точки зрения политического образования. Ну вот опять-таки мы должны тогда все-таки представлять, что у кочевых народов, у них все-таки некие другие условия для образования политических таких организаций. Ну, вот потом, когда мы будем говорить уже, скажем, там, о скифо-персидской войне,
почему, чем скифы там мотивировались, что персы их никогда не победят? Он говорит, у нас нет городов. Вот. И поэтому, конечно, образовывать государство, где практически весь, в основном, образ жизни проходит на этих повозках, это вот, кстати, еще один такой клише. Кочевник, у него дом на колесах. Кибитка. Вот, в кибитках, да. Ну, иногда они ставят эти самые какие-то вот эти юрты, да. Вот, но они все время готовы сдвинуться, поскольку сам цикл производства вот, требует, чтобы они переходили с пастбища. Вот почему мы и говорили. Лариса с самого начала сказала, почему у греков не было конфликта со скифами. Да не нужна им была вот эта самая прибрежная полоса. Для них были нужны вот эти бескрайние степи. Так вот, поэтому, в принципе, когда мы говорим о Геродоте, V век, середина V века, хотя он выделяет, вот Лариса опять-таки говорила, есть определенное племя, так называемые царские скифы, которые, по сути дела, структурируют вот эту самую степь. Они являются начальствующими. Опять-таки, потом, когда мы будем говорить о войне, только вот это самое начало, некая власть помогла выиграть. Если бы это был просто конгломерат племен, да прошли бы эти персы, да подчинили бы. А была власть, которая могла консолидировать вот этот весь народ. Государство, конечно, у скифов будет складываться только в самом конце V-IV веке. Ну и самый... Вроде как и столица была, Неаполь, да, ни много, да, ни мало. И вот именно уже потом, это уже III век в основном, когда, значит, они придут в соприкосновение, ну это уже будет отчасти вынужденная ситуация, когда придут в соприкосновение с сарматами, которые начнут продвигаться с востока, больше будут втягиваться в степные пространства Крыма, тогда возникнет у них самая настоящая столица. Неаполь-Скифский. Это где вот по нынешним временам? Симферополь. Это Симферополь. Вот что характерно, что вот те города, которые мы знаем, ведь они же не возникают случайно. Ведь они, даже если их потом основывают, почему, например, возник Севастополь, да, сказать, Суворов его основал, место правильное, греками выбранное еще в 422 году, когда они Херсонес основывали. Все другие там, Пантикопея, Феодосия, почему другие-то города возникают? В древности уже самые удобные. Симферополь – это сердце Крыма. Поэтому Неаполь-Скифский возникает именно там. Это хорошее положение, это то, что позволяет контролировать степную часть практически. Поэтому у них возникает это самое государство. И хотя, и вот считается, что наибольшего такого расцвета это скифское государство, оно приобретает где-то с середины второй половины IV века. Это вот как раз царь скифский Атей. Вот он в основном как бы подчиняет, создают такие вот структуры, и Атей известен нам, а есть монеты Атея. Вот, но потом можем еще раз вернуться к этому вопросу о контроле скифов над греческими городами, о определенном симбиозе. Так вот, Атей уже в очень преклонном возрасте он вступил в борьбу с Филиппом Македонским, но непосредственно с ним, а с его полководцами. И, к сожалению, потерпел поражение и погиб, а ему там было уже за 80 лет. Очень многое усвоили у греков. Они были хорошими учениками. И, конечно, скифская государственность во многом складывалась под влиянием и как необходимый ответ на существование античных государств. Так же, как греки, кстати, Боспорское царство, говорят, во многом в начале V века сложилось в ответ на скифскую потенциальную угрозу. Там маленькие-маленькие самостийные греческие полисы решили, что не смогут отстоять свою жизнь от скифской угрозы, поэтому создали великолепное Боспорское царство. Также и скифы
сказать, опасность была, в принципе, особенно говоря, когда Филипп туда полез, была вполне осознанной. Но главное другое, что государство не возникает по чьей-то указке. Они возникают тогда, когда возникает определенный уровень социального развития. Когда возникает потребность, конечно, внешняя угроза часто стимулирует, как, кстати, в нашей отечественной истории, наше государство во многом возникало как ответ на внешний вызов. Да. Вот. Что касается вот еще такого мистического начала, судя по тем же остаткам Неаполя-Скифского, его же строили греки. Вот. И дома, а потом мы уже говорили, там упоминали, вот это вот слово «ювелирка». Да. Так, извиняюсь, кто же это делал? Большая часть... Нет, конечно, есть вещи скифского производства, ювелирные. Но большая эта часть делалась греками. Но самое главное... Заказ. Да, но самое главное здесь вот эта идея. Слово «заказ». Греки не навязывали свои стереотипы прекрасного. Вот греки, но это уже величие греков. В любой среде они могли настолько адаптироваться, они настолько могли глубоко проникать в менталитет другого народа, что они создали те вещи, которые мы считаем шедеврами скифского искусства. Вот то, что мы говорим, скифское золото, это же греки сделали. Но они сделали не по-гречески. Уровень техники греческий. А вот то, что там отражено, это отражает стилистика, сюжет, сам менталитет. Ведь эти вещи мы же нашли в скифских курганах. То есть для них это не просто кусочек золота. Погребальный набор, он никогда не бывает случайным. Здесь неизбежно встает вопрос товарообмена. Что могли скифы предложить грекам, чего греки не могли сделать сами? Помимо мяса. Хотя и это тоже. Надо следующее отметить. Во-первых, конечно, Северное Причерноморье было одним из трех поставщиков зерна в Грецию. Это житница была. Это Северное Причерноморье, это Великая Греция, то есть Италия, Сицилия. И потом стал третьим поставщиком, это Египет. Но это уже эпоха эллинизма. А Северное Причерноморье, особенно практически Афины, большую часть своего потребности зерна, именно из Северного Причерноморья получали. И зерно делали греки или скифы? Здесь есть такой аспект. Вот таких государствах, как Боспорское царство, у них была значительная собственная территория, и Боспор, конечно, сам производил. Была Хорат, то есть сельскохозяйственная территория около Ольвии. Значит, другие государства тоже имели эти самые территории. Скажем, Херсонес в эпоху расцвета, он до Евпатории имел свои территории, где можно, пахотные, да. Вот. Но все равно этого зерна не хватало. Вот дело в том, что там, где греки основывали свои колонии, это не только Северного Причерноморья касается, это и той же Италии касается, это и Массилии на юге Франции. Они втягивали постепенно те окружающие варварские народы вот в этот самый товарообмен. И многие народы, они, в принципе, переходили иногда даже к другим формам хозяйствования под влиянием греков, производя. И ведь недаром же вот тот же Геродот пишет о том, что даже если подниматься вверх по Борисфену, там на протяжении нескольких дней пути будут люди, местные эти самые скифы-земледельцы, которые занимаются вот производством этого зерна. И это зерно идет, зерно – главное богатство. Вот что есть самого главного в Северном Причерноморье, конечно, это земля. Затем, конечно, скифия была одним из поставщиков рабов. Те же самые греки античных полисов в Северном Причерноморье, не они захватывали этих рабов, они их покупали у скифов. Через скифию проходили торговые пути. И через скифию мы получали и меха, и руды даже различных металлов. А скифы, они хозяева степи. Вот кто контролирует торговые пути,
тот в конце концов и торгует. Продолжим говорить о скифах в следующих передачах. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся на неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.